Привет! С вами Людмила Семененко, ваш тренер по стройному образу жизни. Выхожу с вами на связь, чтобы пожелать доброго утра, хорошего настроения, отличного стройного дня. И для того, чтобы показать стройную фишечку дня. И не просто показать, у нас сегодня аттракцион. Помните, в последнее время я частенько на ваших глазах впервые пробую что-то новенькое. И вот сегодня как раз будет новенькое. Вот, я никогда еще это не ела. Не видела, как выглядит внутри. Это у нас орех макадамия. Еще его называют королевский орех, австралийский орех, эликсир молодости и так далее. Потому что в нем, конечно же, много витаминов молодости, там Е, например, К. Кроме того, этот орех, конечно же, богат, очень богат полезными жирами, потому что у него калорийность больше 700 килокалорий. То есть это чуть ли не самый жирный орех. Селен, фосфор, магний, множество полезных веществ. Поэтому, конечно же, для разнообразия, для того, чтобы максимум нужного и важного для поддержания здоровья, молодости и стройности себе дать, имеет смысл иногда пробовать и экзотику. Тем более, ну, по сравнению с другими орехами, скажем, бразильскими и так далее, это не дороже. Правда, что скорлупа слишком много весит, поэтому, конечно, получается и дороже. Вот, смотрите, здесь специально уже есть трещинка. Я так читала, что специально потом как-то улучшает вкус. Если понюхать, немножко ванилью пахнет. Сам вкус, говорят, похож на фундук. И мне, когда я покупала орех, дали вот такой специальный ключик. То есть, по идее, я сюда должна вставить, повернуть. Ой, сейчас еще не получится, не дай бог. Так, сейчас. О, получилось. Усилие довольно-таки значительное. Так, вот половинка у меня улетела. Действительно, ядрышко похоже на каштан, я бы сказала. Больше, чем на фундук. Сейчас попробую. Хрустит. Приятненький такой. Больше все-таки на каштан похоже. Я бы даже сказала очень. Только каштан, конечно, мягкий. И не такой сладкий. Здесь довольно много сахаров. Ну, в общем, вкусненько для разнообразия. Иногда буду покупать обязательно. Если вы любите пробовать что-то новое, это как раз то, что точно имеет смысл попробовать. Несколько орешков купить, это, ну, будет стоить не так много. Пользуйтесь этой стройной фишечкой дня. Другими моими стройными фишечками. Конечно же, оставайтесь на связи. Никогда не сидите на диетах. Будьте бодры. Веселы, под видео обязательно ставьте лайк, и все у нас с вами обязательно получится. Всего вам доброго, пока.